Первый республиканский слет молодежи Ассамблея Жастара прошел в Кунаеве. Сами участники говорят, что он стал трамплином для молодых людей с креативными идеями и хорошей мотивацией развиваться и создавать новые стартапы. В рамках мероприятия участники также посетили достопримечательности региона. Мы предусмотрели такую возможность, чтобы в данном мероприятии принимали участие все абсолютно без исключения. Мы открыли, сделали регистрацию, предложили нашей молодежи дать свои идеи касательно развития нашей молодежной организации. И авторы лучших идей сегодня находятся тоже вместе с нами.